я недоволен концепцией, которую заложили в данный видеоряд. Да. Сейчас я посмотрю полностью. Дорогие друзья, на нашей если передаче... вас назвали Сашу. Чем самые дерзкие преступления против мирного населения России. Не понял. Сегодня у нас в гостях потерпевший от действий самарского мошенника, известного как Жмышенко Валерий Альбертович. Не понял. Приветствую в студии Александра. Александр? Александр, долбоё. Добрый день. Добрый. Здравствуйте, Александр. Расскажите нам, как вы попались на крючок этого мошенника? Такая история. Я долгое время являлся зрителем на канале Глад Валакас. Факт. Ну, в один момент мне пришла в голову очень смешная идея, как мне показалось. Думаю, все бы ее оценили и посмеялись. Да. Я написал в донате, чтобы он позвонил моему однокласснику и баканул. Он просто посмеялся, заигнорил деньги. Так, знаешь, продолжалось довольно-таки долго, раз 10, насколько я помню. То есть вы хотите сказать, что он украл у вас около 1500 рублей? Да, я не считал, может и больше, но есть-то люди, которые пострадали, ну, просто несоизмеримо больше, чем я. То есть, те люди, которые донатили ему на табличке в Майнкрафте, то есть, это один из его, как я понимаю, мошеннических способов воровства. Я в этом, конечно, не разбираюсь, но за одну табличку требовать 5000, поэтому это... Сколько? 5000 за одну табличку требовать, это, по-моему, слишком. Причем после так называемого доната... Он намеренно сжигал табличку вместе с домом. Вы знаете, конечно, но он это выставлял как случайность. Но, по-моему, это хамство и неуважение к тем, кто донатит такие деньги. Но к тому же это и воровство. Да. Прошу принять во внимание, что так называемый жма использует подельник, известного как Пенис или Денис Сухачев. От действия этого мошенника пострадало огромное количество людей. Его это никак не волнует. И чтобы посмеяться, он называет пострадавших мамонтами. У нас есть видеоматериал с полицейской камеры, где данная личность убегает в лес с наворованными донатами в окрестностях ПГТ Смышляевка. Предлагаю вам всем его посмотреть. Да нет, это сука факт. Это не я, блядь. Это факт ебаный. Это не настоящее. Если у вас есть какая-либо информация о проделках этого типа, прошу вас позвонить по номеру 8-916-148-82-28. Также прилагаем фото этого преступного элемента. Не понял, сейчас. 16-148-82-28. Да это бред. Также прилагаем фото этого преступного элемента. Блин, какая хуета, я вот правда, блядь. Да фэк. Заебал хуйню смотреть, деда включай, блядь. Вот, без проблем. Вот, совсем другое дело. Здравствуйте. Дело. Вот это уже другое дело. Вот это уже тут сердечко, значит, молодец. Вот это уже хорошее видео, молодец. Я уже тут хотел пометить видео, как антивидео, да. И, значит, лишить его звания сердечка. То есть не ставить сердечко. А здесь раз и все, молодец, балла, красиво, баллы. Сильное видео, но здесь видеомонтаж в полный эффект. То есть не является, то есть видео, оно не документальное.